гарантии того, что никто из них после муниципальных выборов ни при каких условиях не составит коалицию согласия в Рижской думе. Представители единства утверждают, что такой документ может помочь в случае, если Саскане из честь служить Риге получит на выборах не 51, а, например, 48%. Для руководства самоуправлением им тогда нужен будет партнер. Национальное объединение подтвердило готовность подписать такое соглашение. Мы удовлетворены тем, что у нас есть возможность дать обществу позитивный сигнал. Наши кандидаты все обсудят и договорятся о том, какие уточнения следует внести в текст этого документа. Мы со своей стороны предлагаем включить туда и сотрудничество в предвыборное время. Эти массивные и дорогие рекламы господина Америкса и Ушакова, которые сейчас массивно идет повсюду, это просто индикация того, что ситуация очень скользкая для них, и ну, это индикация, что там очень большой уровень стресса, и люди боятся, что если что-то поменяется, тогда, может быть, и общество больше узнает, что там вообще творится. Второй также поднятый сегодня единственный вопрос – выборы нового руководства Рижского свободного порта. Объемы грузов падают, коалиции нужен человек, который поднимет уровень перевозок и сделает порт конкурентоспособным в Балтийском море. Вначале необходимо определиться с целями, каких результатов надо достичь. В кабинете есть 4 министра, которые представляют правительство в правлении порта. Конечно, нужен конкурс, надо все обсудить, в том числе и с министром сообщения. Думаю, что к следующей неделе мы уже будем готовы. Кроме 4 представителей государства, в состав правления Рижского свободного порта также входят 4 представителя Рижского самоуправления. Согласно нормативным актам, кандидатура кандидата на пост руководителя должна получить одобрение со стороны министра сообщений. Именно эту техническую возможность и предлагают коалиции использовать политики единства. Валерия Смирнова, Айнар Скрауклес, Первый Балтийский канал.